Всем привет, ребята, с вами я, Андрей Сухин, и, ребята, решил я сегодня покататься в ЕТС. Сегодня я поеду из Питера, от Питера. Я не в самом городе, а где-то подальше от города нахожусь. Если кто знает вот эту базу, то вот я тут. И сейчас я поеду в Лугу. Вот. Свезу грузик один. Вот. Да и просто покатаюсь, потому что ЕТС-ки не было. После этого на последнем видеоролике на Дафе катался и решил сегодня на Скании также покататься. Вот. Так что, парни, поеду в Лугу. Покатаюсь сегодня. Да, ребята, роликов так же, как всегда, долго не бывает. Просто иногда, ребята, даю себе такой маленький отдых от ЕТС-ки. Вот. И мне также в планах попробовать на заснять, типа, как на вебку, может быть, но как-то думаю на эту тему, вот, но все равно как-то то ли я стесняюсь или я, может быть, и не хочется на вебку снимать, а то, может быть, вам может будет не так весело смотреть меня, потому что что я буду так просто сидеть и ехать. А так я поснимал, где-то что-то обработал и готов видосик. Но с другой стороны, ребята, у меня все равно в планах есть попробовать и на вебку заснять. Вот. Но это у меня пока что в планах. Вот. Но пока видосики будут в таком формате или типа этого. Вот. Буду просто вот так снимать видосики, как обычно. Вот. А по поводу вебки, может быть, когда-нибудь я постараюсь и сниму и на вебку. Вот. Хотя, ребята, у меня также есть такие
большие думки по поводу вебки. Ну, как бы я побаиваюсь, что вдруг ее будет зависать, да, виснуть она будет. И как бы из-за этого я не хочу и на вебку снимать. Вот. Что боюсь, что ее будет виснуть. Вот. Привет. Вот. Так что, парни, вот такие дела. Но мы, ребята, пока что едем в лугу. А, и да, я забыл вам сказать, но хотя, я думаю, вы и так уже догадались по названию данного видеоролика моего. Вот, как бы во что я играю, да? Вот. Ну а так, то да, ребята, это мультиплеер. Хотя я вначале забыл сказать. А так, то мы уже в луги. Покатаюсь, вернее, прокатился. Вот. Чуть-чуть. Ну, не знаю, парни, может, еще куда-нибудь доеду. Ну, в общем, как обычно, парни, посмотрим. А сейчас я отключаюсь. Ну что ж, ребята, груз я уже сдал. И на этом буду, ребята, с вами я прощаться. Это был мультиплеер. И да, этот видосик получился такой маленький, может быть, и быстрый. Вот. А так, то с вами был я, Андрей Сухин. Лайк, колокольчик и подписывайтесь. И всем пока.